утра. Я еду домой. Еду с буквоеда, где мы сидели. Яра и Миша. Яра. Читали книги. Очень интересные книги. Блин, у меня какая-то проблема с выражением мыслей своих. Спать очень хочется. Еду на автопилоте на каком-то. Благо, зеленый свет. Мы не зеленая улица. Так надо не превышать, чтобы зеленая улица не прервалась. Очень позитивная песня. Я думаю, но ни хрена не придумаю. Поет DJ Bugs. В общем, надо добраться до дома, уснуть, выспаться и завтра начать новый день. Сегодня начать новый день. Полученные опыт ощущений пытаются перевести в теорию. Пытаются дать объяснение, не всегда правильно, зачастую, наверное, неправильно.